Если ты хочешь попробовать Warface, то воспользуйся ссылкой в описании. С самого начала ты можешь выбить крутой приз из рулетки, а также получишь комплект могучих магма-шлемов и не менее могучих магма-пушек. С таким набором нагибать тебе точно понравится. Добро пожаловать в Warface, братишка! Ебукешка. А, ты чё мне так называешь? Слышь, задолбал. Ладно, ладно, всё, успокойся. Ты обещал с Эйчкаром поиграть. Когда я обещал? Кому? Ну, люди просили неоднократно, и ты такой вроде как-нибудь сделаю, как-нибудь будет. Давай, сдержи свое слово. Кэп, ты отвлекаешь меня от прекрасного. Чё ты начинаешь, блин? Хотя, с другой стороны, с Эйчкаром тоже можно сыграть красиво. Ебанутый на всю голову, тебе об этом говорили, Рокутагин? Просто у тебя нет чувства прекрасного, дорогой мой друг. И ты понимаешь только варварское ПВП. Ну, впрочем, ладно. Ведь на это самое ПВП сейчас и отправимся. Захватите коды запуска и доставьте их на нашу базу. Что, плотненько идет? Нормально идет. В рабочем порядке. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Мортит, а также капитан Очевидность. Играем в Warface с Эйчкаром по вашим многочисленным просьбам. Попробуем показать нечто, в общем, да. Что мы сможем из него показать, я не знаю. Вы же в курсе, я эту пушку не очень люблю и чувствую с ней себя не очень уютно. Однако, кто знает. О, тихо. Эдшот, детка! Дабл килл! Да? You get owned. Спочина, мрачина! Благодарю, Нарина. Пока, как ни странно, не... Headshot. Летят хедшоты, да. Летят хедшоты, что, кстати, для Эйчкара вообще не характерно. Ну... Сука! Я смотрю, ты без этих ящиков жить не можешь, да? Да, не могу. Позиция хорошая. У нее есть недостаток, что она простреливается на самом деле со всех сторон, но эти противники об этом не знают. Поэтому этим можно воспользоваться. Она и простреливается, но она и простреливает все вокруг. Так. Та-тара-па-да-пам. Подожди! Ты это откуда стал? Кстати, мой любезный друг, этот костюмчик явно для вас маловат. Смею заметить, вы отъели нехуёвую жопу, сэр. Смею заметить, сэр, это не ваше дело, и... это мышцы. Да, мышцы. Именно так. А не то, на что вы намекаете. Как не попал-то? Слушай, Кэп, оказывается, у нас в игре белье обладает бронебойными свойствами. Пули останавливающими. Да? Это интересно. В нашей игре вообще забавно. Некоторые металлические предметы достаточно толстые, на первый взгляд, простреливаются насквозь легко. А вот какой-нибудь стебель бамбука ты хрен когда прострелишь. Это норма. Да? Не-не-не-не! Ой-ой-ой-ой, ну прям везет на хедшоты мне. Сдурел с очкаром рашить. Нормально. На похер, как говорится. Видел, а? Не, ну я уже понял, ящики это твоя слабость в этой игре. Ящики, Кэп, это хедшот. То, что... Это хедшот, короче. Моя слабость это хедшот. А ящики это просто то, что работает. Ящики это укрытие, как ты до сих пор не понял этого? Интересно, этого типа будут резать, он так красиво рачком завис там. Во-во-во, кто-то ему сзади пристраивается. Вот он самый сладенький. Да!
О, да, дядечка. Вот это солидный вклад в общее дело. Поздравляю. Благодарю вас. О боже, что за тупые киберкотлетные понты? Это не тупые понты. Да не работает это, Ракутагин. Это работает. Я говорю, не работает. Смотри. Headshot. О. Херна. Не, ну это лаки-шот был, по-любому. Это не лаки-шот, это изи-нуб. Под ником Капитан Очевидность. Понял, да? Команда противника уничтожена. Раунд за нами. Так. А счет-то равный. Надо вперед вырываться. Ща вырвемся, не переживай. Хедшот, малыш. Блин, что-то вообще хеды залили. Обычно с этой пушки, но только в тело зажимать. А тут прямо во... Оу май. А там же вроде никого не было. Кто не скачет, тот москаль. Да, кто тупые шутки отпускает, тот... Как он на... Тут же никого не было, блин, это же наша база, как он там оказался? Верните, пацаны, пожалуйста, я не хочу больше, я задолбался, сука. Этот, как ты... Salt Lake City, солистка, как тебя там, Ник, давай. Херач, сука, просто на похер, блин. Ха-ха-ха, Рачков, давай! Мат! Сука, MVP, молодец, красава. Вот. Ну, под Пивкович, конечно, ай, с очкам-то можно было и получше сыграть. Да. Ну ладно, засчитано. Засчитано, в следующий раз ты играть будешь с очкаром, понял? Мне такое счастье больше не нужно. Леди и джентльмены, другие подруги, очкар показал себя хорошо, но подчеркнул, в этом бою. А в целом, пушка, по моему мнению, ну, больше для ПВЕ. Что, кстати, было наглядно продемонстрировано. Для PvP же она в отдельных случаях действительно может быть неплоха. Но столкнись вы с действительно мастерским противником, который сбреет вас в голову или ваншотом в тело за долю секунды, HCAR как бы заставит вас пожалеть о том, что вы его взяли в бой. Но в любом случае, если данное видео по каким-то причинам показалось вам занятным, возможно, ритмичным, прекрасно классически мелодичным или просто прикольным, то ставьте лайки. Это по желанию, как хотите, на ваше усмотрение. Яйки чешите, это обязательно. Каждый в курсе. Без этого в наше время просто никуда. Вступайте в нашу армию. Нагибайте все. Увидимся. Пока.